Всем привет, ребята, с вами Джов, и с вами снова рубрика «Веселые моменты». Как вы знаете, в этой рубрике я выкладываю различные кусочки из своих боев, которые считаю веселыми, занятными или просто вам интересными. Вы знаете, сегодня у нас не будет веселости, будет грусть, потому что пару дней назад со мной произошел такой бой, я такого развития событий не помню с собой очень-очень давно. Да, этим летом были сливы, были олени, были беснующиеся школьники, которые просто стадами ездили на фланг и там умирали. Но такого, за такой короткий период, такого слива, который вы сейчас видите, у меня давно просто не было. Вы знаете, я думал, ну ладно, фиг с ним, забудем, проехали, поехали дальше. Но мои мысли все равно возвращались к этому бою, к этому реплею. И мне хотелось как-то это обыграть, как-то вам подать, показать. Просто мне хочется знать, я один такой или нет, или может быть с вами тоже такое было. В общем, давайте вы сейчас посмотрите реплей, я его слегонца так откомментирую, и после этого мы сыграем небольшой интерактив, и я вам задам несколько вопросов, плюс сделаю одно предложение. В общем, надеюсь, оно будет вам интересным. Ну а пока что, смотрим бой. Обычный рандомный бой на рудниках, в топе десятки, чуть ниже девятки, пару артиллерии, у врага 3 ПТСАО, у нас внизу куча СТ-шек, Т-54, 1390 светляк, потом еще 2 СТ-шки 10 уровня, Т-62А, я на тяже 10 уровня, на тяжелом таком, на немецком, здоровом, я понимаю, что я буду ехать, скорее всего, в деревню, вот, буду там танковать бортом, пытаться убить вражескую сотку, вот, надеюсь на хорошее, вот, рудники, солнечный день, птички щебечут, стрекозки там в кустах сидят тоже, стрекозят, не знаю, как-то так. Вот, в общем, настроение у меня отличное. Союзный Т-62А с ником Волк039 пишет на гору. Ему наш союзник Т-54 отвечает: так точно, и они всей толпой туда летят. Я ни о чем плохом не подозреваю, вроде бы обычный рандомный бой, и даже если там одна СТ-шка на горе умрет, ничего страшного. У нас СТ-шек много, я надеюсь, что горку они заберут, ведь все-таки преимущество по СТ-шкам, наверное, на нашей стороне, потому что 3.54, еще Т-62А, 13.90, ну, конечно, врагов тоже немало, но я думаю, там плюс на минус дает плюс, и, как говорится, все будет хорошо. Я продолжаю ехать, со мной в деревню едет Т-110Е5. Надеюсь на хорошего, грамотного союзника на этом тяже, который меня прикроет. У него есть ДПМ, у меня есть броня и альфа, и мы вместе с ним сделаем этот бой весьма интересным и закончим его хэппи-эндом. Время 14.17, я продолжаю ехать. Я ни о чем не подозреваю, вы, наверное, думаете, что Джов там что-то куда-то смотрит. На самом деле нет, Джов в это время, я вам серьезно, честное пионерское говорю, Джов в это время сидел в скайпе, там о чем-то думал, там что-то подсчитывал, настройки ставил. То есть я вообще не обращал внимания ни на что, что происходит на миникарте. Бывают у меня такие косяги, вот в этот раз тоже так случилось. Ни о чем не подозреваю. Первый контакт с вражеским Е100. Время 13.55. Я всячески концентрируюсь на этой ситуации, пытаюсь задамажить сотку, у меня, к сожалению, не хватает УВНов, пушка не опускается, я все-таки попадаю в подсвет, поэтому я стараюсь быстренько подкатиться под камень и начинаю Е100 агрить. Но пиздец неминуемо близок. Я выкатываюсь наверх, пытаюсь его как-то заставить откатиться назад, чтобы 110-ка могла выкатиться, мы бы вместе как-то его там задамажили, потому что я понимаю, что он тут один. Вот, продолжаю, и тут, и вот сейчас, вот в этот момент, я замираю. Я охуеваю. Ребята, минус 6. Вот это поворот. Время 13.30, 13.20, минус 6. Я пишу в чат: пипец, но у меня нет слов. У меня просто нет слов. Как? Как? Я пишу: как так? И нет слов. Посмотрите, посмотрите, что случилось. 6 долбоебов отсосали на горке. 6, блядь, 6 просто, просто 6. И, в общем, я могу сразу сказать, что этот бой закончился тем, что нас отымели как грязных шлюх. Вот я закончил этот бой там, по-моему, с 1000 и с 2000 урона, если мне там повезло. И мы проиграли из-за 6 прекрасных союзников. Ну, уже даже больше. Вон уже 1-8 счет. Отличный счет, отличный бой. У меня к вам только один вопрос. Как? Как они сумели слиться? Минус 5. Начали боя. Вы заметили цимес, да? Вот цимес этой ситуации. Мой танк доехал от респа до точки вероятного столкновения с противником. Это, например, там деревня в рудниках, там на углу. За эту секунду минус 5 танков. Ёб вашу мать. Боже, я не знаю. Я просто играл на присаке, и мне нельзя материться на присаке. Но вы, вот этот пипец, да, который я в чатик написал, я просто пару секунд подождал, написал и... Ну, хотелось много другого, чем написать, но просто не было слов. Как, блядь, как можно, сука, быть такими долбоебами, блядь? Вот вы мне постоянно говорите: Джов, не матерись, Джов, неумелые игроки.
Джов, им там по 15, по 10, по 7 лет, они там взяли папин аккаунт и нагибают, да? Ну, окей, окей, хорошо. Ну как, блядь, минус 5, сука? Вы же понимаете, что это не песочница. Если ты на десятке, и ты в песочнице, то есть, да, там внизу восьмые уровни, да, там пару десяток, пару девяток, естественно, восьмерки. Если не слились восьмерки, да хуй с ними. Ты на десятке можешь затащить. Но когда это девятый уровень, когда это десятый уровень, они сливаются, ты уже никак не затащишь. Тебе должны в противниках попасться какие-то, ну, невероятные олени, чтобы ты мог затащить против пяти лишних десяток-девяток. Как, блять, как можно быть такими долбоебами? Я вот просто не представляю. Вы мне, пацаны, говорите, Джов не матерится. Ну как на них не материться? Как? Как, блять, как? Ох, мне полегчало, спасибо. Спасибо, что вы меня выслушали. У меня нет психоаналитика, поэтому остаетесь только вы, ребята. И у меня как бы родилась идея. Точнее, сначала родилась мысль, я такой один или не один? Были у вас подобные сливы или нет? Я предлагаю, во-первых, обсудить это в комментариях, потому что мне реально интересно узнать, блять, ну насколько можно ли быстрее, блять, отсосать брендами, чем отсосали мои вот эти вот союзники? Вторая мысль. Поделитесь своими впечатлениями о том, что вы вообще об этом думаете. Ну, как на них не материться, да? Третье. У меня родилась идея, что можно сделать следующий выпуск рубрики «Как стать оленем» вот именно по этой тематике. То есть сделать подборку самых офигенно быстрых сливов. Или вообще можно сделать топ-рейтинг самых быстрых сливов или самых сливных мест в World of Tanks, да, вот, например, вот по таким реплеям. В общем, что я хочу от вас? Я хочу устроить небольшой интерактив. Давайте вы будете в комментариях скидывать вот такие реплеи с самыми быстрыми, эпичными, долбоебическими, невероятными, ёб вашу мать, сливами. Я это все соберу, сделаем видео. И нахрена мы это сделаем? Не знаю. Просто чтобы посмотреть на долбоебов, честное слово. Просто чтобы, не знаю, чтобы быть, может быть, предупрежденным, да? Чтобы хоть знать, в каких ситуациях чаще всего вас могут ваши союзники кинуть, скажем так, да? Потому что эти 6 долбоев, эти 5 долбоев, они просто в ангар отправились. Им похуй. Они в следующий бой поехали. Они играют ради удовольствия. Да, ради удовольствия пацаны играют. Им похеру, блин, на победу. Выехал, пострелял, вышел в ангар, поехал на следующем танке. Вот так вот, ребята. Вот такие вот будни Джова. В общем, пишите в комментариях про свои подобные ситуации. Обязательно скидывайте реплеи, потому что я хочу набрать как можно большее количество реплеев и использовать их в видео. И не знаю. И, пожалуйста, не сливайтесь, что ли, так. Вот что я думаю по поводу всего этого. С вами был Джов, всем спасибо, всем пока, и увидимся завтра на канале уже с новым видео, точнее, уже сегодня на канале, потому что я пишу ночью. Чао! Пару дней назад со мной произошел такой бой, которых... Всем привет, ребята, с вами Джов и снова... Бра!